Все здорово. И вы скажете, а что за открытие снова? Короче, я перенес свои аккаунты с своего планшета iPad, потому что на iPad у меня как бы не может обновиться Бравл, и я аккаунт сюда перенес, один мой основной на телефон, а этот сюда. Поэтому будет открытие, и здесь очень много аккаунтов перенес, потому что было там много аккаунтов. Готовьтесь. Фух, ладно, продолжаем. Я тут, кстати, Wildberries аккаунты перенес. Вот все они. Мы закончили здесь фокусник, и смотрите, и много. Да. На Леоне я открывал еще. Он там у меня уже был перенесен. Ну что, первый аккаунт Лехтер СПР на русском. О! Так. Лехтер СПР. Я надеюсь, что меня выпадет, потому что я все приносил. Приносил, я надеюсь, что не зря. Наконец-то здесь поиграю на фэнге. Ух, блин. Я испугался. Бесплатный ящик. Бесплатный маленький ящик. Ну, прикиньте, отсюда сейчас выпало бы. Я бы вообще офигел. Вообще был. Давайте кину, что ли, на фэнг. Не, на фэнга накидался. Давайте на фэнг. Не знаю, у нас просто у меня седьмой ранг. Кстати, почему у меня по седьмому рангу? Не помню вообще. Так, стоп. Подлагивать немножко. Ну, значок. И мега ящик. Я прикинусь, если меня здесь что-то выпадет, потому что такой аккаунт вообще такой, знаете. Нет! 6! Офигеть! С первого же аккаунта! Же аккаунт, на котором редко выпадает. 6. Короче, мне выпало на Лехтер СПР на русском 6 предметов. А на них очень редко выпадает что-то. Прям очень редко. Я скажу, прям сильно редко. И кто это? Мортис! Офигеть, как на Снова только перенес все аккаунты, вот мобизл снимает, все снимает. Так. Блин, круто. Что могу сказать? Круто. Я сам не ожидал, что мне что-то выпадет. Вот он, Лехтер СПР. Как на нем давно не падало. Ну вы все сами видите. Офигеть, просто как мне выпал, я вообще в офиге. На самом деле, я в большом офиге. Вот Мортис. Это мой первый мифик. Офигеть, за всю историю аккаунта у меня не было мифика. Да, блин, точно же, я там пытался увидеть мифик. Вот он, первый мифик. Блин, обалдеть. Я это видео 100% уже загружу. Это Матвей. Это один из таких аккаунтов, тоже древних, из 2020 года я его создал. Он был на мамином iPad, но потом перекачал на мой iPad. На мой iPad. И заходил здесь бас. Выпадал. Выпал. Выпал. Новый значок Хридей. Кстати, у меня еще, я не помню точно, на каком-то там аккаунте, у меня есть 42 гема, я могу купить мега ящик, но могу. Слушайте, в чем вам там не идея? 5. Ничего, аккаунт еще туча налетит. Понимаете, просто огромная туча. Это немножко рядостно, потому что... Потому что я просто не мог его никак... Я не знаю, как iPad обновить, я каждый день читал, обновлял там уже ленту. Нет? Сейчас через обновить все, но сейчас он там вообще не появляется. Форум. Это так. Если вы следите на аккаунте YouTube канале O4 YouTube, то вы знаете, что это за аккаунт. И... Подарочный. Ага. Подарок. Подарок. Ну что, прикинь, сейчас 6 выпадет. Не, ну я думал, что 100% на каких-то маленьких аккаунтах, а у меня здесь они есть.
Мне стопудово-то что-то гонное прям выпадет. Это уже более чем древний аккаунт, чем Лестер Спер на русском. Этот аккаунт был создан в 2020 году, когда мне только подарили iPad. А потом у меня там влезало часто, типа, хотите ли вы загрузить это с аккаунта Леон Прогресс? Я нажимал нет, и я просто в марте, 9 марта 2021 года, я нажал сначала на, типа, да, окей. И мне загрузился Леон, а тот аккаунт потерялся, а еще уже в 2020-2022 году через техподдержку. Так что тогда я его пытался вынуть через техподдержку, но тогда у меня руки были крюки. Руки из жопки у меня были тогда. Потому что я не знал, как это сделать, что мне делать. Подарок, мегалерик забрать. Так. Ну, что-то меня начинает расстраивать, честно. Потому что хорошо, а сейчас это продолжает все как-то. Бен! Вы тоже, если смотрите канал Очень3Туб, вы знаете, что это за аккаунт. А если смотрите, вы не знаете, то посмотрите там видео. Там годное видео было про аккаунт Бен. И сейчас он у меня. Блин, очень круто будет, если запечатлю это, я потом отошлю его Очень3Туб. Так, ну значок ходи. А сейчас, кстати, будет новый значок, как я знаю. Возможно, через 2 дня. Возможно. Я не знаю. Точно. Непонятно. Что-то вообще как-то не круто. Я думал, что будет чуть получше. Я тоже такой аккаунт древний. Он был на бабушке на iPad, потом я на мой перенес. Вот недавно. Потом все. Последние 2 дня, как только вышла в новый, все, окно дверью. Меня, до свидания. iPad. Там 2059. Вообще не знаю. На каком, я помню, я точно есть там 42 гена на каком-то аккаунте. Я мушрую там мега ящик. И вообще не знаю. Ну что это такое, блин? Какое-то невезение сегодня, а? Вот на одном выпало, и потом все, невезение. Я думаю, что сейчас будет падать просто, знаете, падать. Не, ну на Бобби, Мишке, Фредди хотя бы какой-то бравлер выпадет, потому что это маленький, он очень... Это 2 самых маленьких аккаунта, которые у меня, по-моему, есть. Ну, если не выпадет, я буду просто в шоке. Но я думаю, что выпадет, потому что это... Я вам покажу, а Боба, 81 кубок, здесь даже квестов нет, здесь он. 3-2 сверхредких. И... Давай! Я надеюсь, что мне сейчас что-то выпадет. Давай! А Боба, тащи! Тащи за собой все. Давай 7 предметов! Давай 7 предметов, давай! Это выпадет что-то или нет? Сегодняшний выпуск, я что, почему? Это аккаунт у нас сегодня. Не, ну на Мишке Фредди-то. Я надеюсь, что выпадет. Мишка Фредди должен тащить за собой все. Блин, если сейчас 7 выпадет, вот если сейчас 8 выпадет, то это просто замещает все то, что сегодня было. Это тоже аккаунт. Абсолютно маленький, здесь даже 3. Даже 3 сверхредких не разблокированы. Кстати, давайте посмотрим, какой здесь реально шанс на выпадение любого бра... О, кстати, смотрите, магазин клуба. На выпадение брали здесь. Он высокий, а он вот на Лего огромный. На сверхредку огромный шанс. На эпического, ну, такой нормальный шанс. На эпического тоже нормальный шанс. Ну, должно, ну, пожалуйста, давай. А, стоп. А где мой мега ящик? Что? Стоп. А где мой мега ящик, алло? Погоди.
Фрейдей значок у меня здесь есть. Я его не забирал, он был на iPad. Либо же он меня автоматом забрался, я не знаю, как. Что происходит. Не, у меня на iPad был. У меня точно на телефоне не было. А не, у меня на телефоне был. Блин, что сегодня за невезучий? У меня на телефоне, оказывается, был. Я забыл то, что... Да. Вообще сегодня ролик какой-то... Получился невезучим. Мортис выпал, и все, и дальше ничего не было. Ладно, все-таки загружу. А, стоп, погодите. Погодите, вы сейчас увидите, конечно же, мою вебку. Я скриншот включу, и это, правда, на другом телефоне, но я думаю, что видно. Вот веб-камера. А какой это музон? Алло. Почему я не включаю? Вебку. Вот же вебка. Блин, где вебка? Ну? Привет. Я забрался. Где вебка? И смотрите. Аккаунт Матвей. Другой Матвей. Это с моего прошлого дня рождения. Это было 20... Ну, смотрите, кстати, у меня камера, когда у меня лицо видно, а когда не видно... Думаю, так даже лучше. Так, смотрите, у меня здесь 43 гема. Идем. Покупаем. О, кстати, у меня здесь еще маленький ящик. И идем покупаем ящик. А что мне еще делать с этими 43 гемами? Потому что... Что? Маленький ящик. Ну, только потратить на мегаящик. Я надеюсь, что мне что-то выводит за эти шансы. Просто... Так. Надо разобраться в геймплее. Купили мегаящик. Примет. Блин, потратил, называется, гемы. Так, ну на Эша. Я просто недавно Эша выпал. Да. Ну ничего, зато потратил гемы, потому что я уже их бесился, я не знал, куда их тратить. Но зато потратил на мегаечки. Но получил очки сил, может мне когда-нибудь они и понадобятся. Может быть. Все может быть, я ничего не отрицаю. Так, ты, кстати, у меня здесь... Да? Под камеру вебку включил. Но у меня больше нет аккаунта, чтобы открывать что-то. И... Пожалуй, на сегодня все. Да. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Black White 7. Всем. До скорой встречи.